Привет, дорогой зритель. Не буду затягивать. Подписывайтесь. Итак, приступаем к просмотру горячей новости. Топим. Власти США пообещали сделать все для сохранения стабильности на энергорынках. США после введения предельной цены на закупку российской нефти сделают все в координации со своими европейскими партнерами, чтобы сохранить стабильность на мировом рынке энергоносителей, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Цитата: «Мы не станем спекулировать на тему того, что может произойти, если Россия примет решение прекратить поставки нефти после введения ценового потолка. Что я могу сказать, так это то, что мы в координации с нашими европейскими партнерами сделаем все, чтобы обеспечить стабильность на рынке энергоносителей», — сказал Кирби в ходе брифинга. Таким образом, он ответил на вопрос прессы о том, намерены ли в Вашингтоне помочь странам Европы. Если Россия после введения ценового потолка Запада откажется поставлять свою нефть прибегнувшим к такой политике странам. И что означают его слова? Да то, что Штаты сделают все возможное, чтобы промышленность покинула Европу. На этом все, друзья. Следите за новостями на канале. До новых встреч!